А, нет, ребят, я вас немного надурил. Сейчас вернемся. Подождите, а у меня что, теперь диспетчер работает? То он крашился. А теперь он все открывает. No bad, no bad. Если восстановился у меня этот комп, то это охуительная вещь. Потому что у меня фигня. Да, давайте, короче. Не понял. А, стоять, понял. Два. Один. Один. Два. Это же вторая, да, кнопка? Да. Хей, окей, с вами Шимки, мы продолжаем родить игру под названием I Hate This Game. Я ненавижу эту игру. Поехали, у нас только прыжки. Передвижение только в прыжках. Ну, на самом деле такое. Я не вижу в этом ничего сложного. Сказал бы я. А почему у нас рестарт там находится? Тихо. Ха-ха, вот это место вот сложновато. Давай, 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 отлично. Ой, блядь, снова, снова. Ладно, поехали. Так, так. Переключаемся на английский. The best. The best game. Hatter. Собака. Gmail.ru. А, я написал C. Мне это нужно. Так, the best game author собака gmail точка com. Чё, у меня такое чувство, что там что-то дерьмо будет. The best gummy best gummy hatter mail.com. Не понимать. Ага, ага. Ладно. Им. Так, 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 так. Это у нас какой 61 уровень? Давай, парнишка, скажи мне, как это пройти. Всем. Да, да, всем привет. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Чё себе, секретный уровень. А, я понял, при чем здесь Кенни.
Можно мне, пожалуйста, уровень, блядь, 61-й? Ага, вот. Бесишь? Так, все, хорошо, поехали. Код у нас 0621031. Записали, записали. 0621 03. Я не хочу на почту заходить. Так, теперь меню, выйти. Так, назад, игра обычная. Нам вот этот уровень нужен. Кинуть его сюда. Это я там увидел. Билли Хайкинсон. Психика бета-тестеров. Ха. Кристалл. Некрос. Ну, это, скорее всего... Некрос, я понял, кто это. Подождите. Билли Хайкинсон. Некрос это... Есть этот... Челик на ютубе. Витёк. Тоже знаю. Джонатан Джастер. ХЗ. Робот. Марса. Папа Фрэнки. Карл Стефансон. Я думал просто насчет Папа Фрэнку. Ладно, суть. Кенни. Ну это, знаете, типа этого. А Кенни, который постоянно умирает, но всегда это живой. Это отсылочка к этому Саус Парку. О! Так, все. Выход. А играть сюда. 62-й. Убираем циферки. 0 0 5 8 0 0 5 8. А так оно мне еще и мешает. Ой-ев. Хотя бы не все пришлось стирать. Ух ты ж, ё-моё, лабиринт. Это что новенькое? Тупик. Блин, пока оно крутилось, нужно было запоминать. Так. А, мне туда не запрыгнуть. Значит, еще дальше назад. Еще выше есть. Еще выше есть. Классненько. Другой еще выше. Это уже максимум. А отсылочки к Марио не будет? Я, знаете, падаю, падаю вниз, а там тупик. Ай, как и знал. Как я и знал, что так все хорошо не может быть. Ладно, тогда нам сюда вниз. Ну, бог любит троицу, да? Это нам сюда вниз. Изи, ноль ошибок. Следую за направлением. За каким именно?
Ага. Три. Один. Два. Сюды. Бля. Черт. Сюда. Вниз, сюда, двойка сюда, вверх, два, максималка, один вниз, два сюда, три, вверх, туда, вниз. Через ну, так. Перепрыгивай, так. Крыша потекла. Аба, я вижу, крыша тут неровненькая. Давай, падай. Поспешил я. Я думал, он типа закроет мне проход, типа яму эту. Главное, чтоб не убило. Вау, как я подлетел аж. Смайлики. Так, разрешено только для красных. Ну, пробуем. Проходите, красный лорд. Ага, измените свой цветовой палеток на черный и белый, если не можете сканировать QR-код. Давайте я верну, как было. QR-код. Ну, у меня, блин, на мобильнике, камон. Хочу мобильник брать. Я не хочу брать мобильник. Надеюсь, он не рандомный. Так, хорошо. 3-1-4-1-5-9. Это лучше, чем ждать, знаете, подсказки. Блин, я бы сканировал, ну... У меня это как бы таймер идет на мобильнике. Если я отключу, то может полететь запись. Потому что у меня телефон заряжается плюс при этом компьютер. 3-1-4-1-5-9. Так, слой использую ВС, чтобы менять слои. Который подсвечивается, это который нормальный, я понял. Это дальше. Не ешь. Я же говорил, не ешь. ЛКМ. Левая кнопка мыши. И что?
Вон оно что. Ностальгия. Можно. Ха. Хат. Блядь, меня зажали. А почему мне там нажирают? Так, тихо. А, это будет глупо, да? Вверх. Черт! Ой. Ладно, здесь, короче, вниз до конца. Потом за этим побегу. Хорошо, по прямой. Туда, обратно, прямо. Обратно сюда. Прямо, прямо, сюда, обратно, прямо, назад. Входим внутрь. Наверх. Вверх. Боковая. Сука, там была это. Она появилась сразу же, как я сгорел. Так, так. Бок, наверх, по прямой. Вниз. Там я тоже вздыхаю. Я почти дошел. Почему ты пошел на крестик? А. Твой шаг, шаг для своего, для всех остальных. Это я понял. Иллюзия. Ну, было сказано, что это иллюзия, поэтому... Ты разве музыкант? Блядь... The this game... Я не знаю. Так. А, Б, С, Д, Г. С. А, Б, С. А, тут еще фея есть, я понял, все. Минус пианино. Давай подсказку учим.
Вот я глупенький стоять. Так здесь есть еще есть этот нотки. С, Д, Е, Э, Г, А, Б. С, Д, Е, Э, Г, А, Б. Сэм. Дэм. Эф. Гэм. Ам. А теперь понять, где это. Именно в пианино. Так. Сэм. А, С2, всё. Я вижу. Я теперь это вижу. 2 С. 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 Г. Здесь. Г. Г. С. А. Ф. А это тоже такая же есть игра. Платформер, где мы вверх ногами летаем. Замечу, что здесь много отсылок к другим играм. Черт. Познакомься со своим. Так, со своим помощником. Привет. Спасибо. Шифр. А, ну это легко. 3, 5. Короче, вот, видите, вот это изображение, это вот это вот. Допустим, квадратик посередине, только квадратик можно сделать. Вот это вот 7. Потом 7, 8, 5. Это у нас 8, это 6. Да? Да. 8, 6. Всегда нужно, когда цифры, нужно перепрыгивать на другую сторону. 3, 5, 1, 5. Я сразу делаю на мышке, типа, несколько кликов у меня, типа, в лаге. Понимаю, кажется, если не ошибаюсь. 5. Так, вот это 5. Можешь сразу тройной клик сделать. А что я посчитал? Ага, 6. 2. 6. Так. Если хочешь открыть подсказки. Используй этот шрифт снова. Хорошо. Зарисуем его. Я вам... Чтоб я потом мог допрыгивать до них.
Вроде, держись минуту. Тихо-тихо, птички. Но они не такие уж быстрые. А как это понимать, что типа бывает попадаю, бывает не попадаю по ним? Да не, слышите, это нихера не легко. Это нихера не легко. Тихо. Бац, бац, бац. Фиг вам, фиг вам. Мыши, мыши, я не знаю, это летучие мыши, похоже на вампиров. Потому что у них типа клыки. Типа я попадаю по ним, но они не сдыхают. Молодец. Так, круг. Из ламп. Я понял, в чем загвоздка головоломки. Мне нужно все подрубить. Так, готово. Злые дети. Angry Birds. Здрасте. А мне еще и мид в дверь? А не попал. Уходи, а потом возвращайся. Так я не могу уйти. У меня полностью игра вылетела. А тогда меня только в меню закидывало. Так, 26, уже 26.50, уже скоро будет времечко. На Unity у нас игра сделана. Давай. Играть. 82-й. Ну, давно не виделись, то да. А, за 5 секунд. Успел. Охраняй спокойствие. Сохраняй спокойствие. Да? Проходи, не задерживайся. Так получается. Сколько раз ты умирал? Пауза. Статистика. Всего смертей у меня 207. Готово. Нужно было, короче, впечатать на клавиатуре именно, сколько я раз умер. Граница. Четыре границы. Или одна. Четыре, подождите.
даже везде по 4, разве нет? Один, два, три, четыре. Или имеется в виду и большой тоже? Мне кажется, тогда будет сложно, нахер нужно. Так, 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 так. Так, 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 так. Дальше. Камон, а когда ты сюда уже пробежал? Шагей. Видите, бля. Витя, когда ты тут оказался? Ты меня дуришь, я тебе говорю. Он и дурит. Гамнюк. Так, границы. Короче. Ой, блядь, вот. Напридумают. 3, 2, 2. 1, 4, 4. Все, я понял, нахер надо, не хочу писать. Я понял, что имеется в виду границы. Раз, граница. Здесь его окружает 2. Здесь 3. Здесь 2, здесь 1. 1, 1. 2, 2. 3. Здесь 4, здесь 4 и здесь 4. Раз, два, три, раз, два, раз, 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 два, раз, два, три, три. Витя, помогай. Два, три, два. Один, четыре, 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 один. Два, три, два. Не врубился. Ведь почему, блять, у меня не рубит? Витя, что это за херь? Граница. У меня тоже самое, у меня не открывается дверь. У меня дверь сломалась, ребят. Ладно, давайте заново. Может, в каком-то порядке нужно делать? А, мне нужно было тогда не двигаться, да, значит? Вопросом. Мне это нужно записать, да? 36, 17, 29, 87, ага, классно, 19. Так, играть, поехали. 17. Стрелки. Типа мне заново нужно их пройти?
Стой. Хорошо, давай, значит, я запущу эту. А, все. Мне нужно, да, разгадать. Так, 17 есть. Играть. Или либо сдохнуть нужно. Так, 19. Главное, чтобы сложности не было на такой жесткой. Так, дальше 29. А, точно. 3. 3. 0. 6. 8. Они же потом, кажется, падают, да, если не ошибаюсь? А. Выход. Играть. Так, 36-й. А, ну это... Я залезть не могу. Черт. Ну, умирай, то я умер. Ладно. Эта миссия выполнена. Отлично, выход. Играть 87. Ноль. Один. По двойке. Четыре. 3. 3. Не понял. Мысли. Что за херня? Чё? За херня? 19. Дальше. Выйти. Играть. Обычно. Что-то не врублюсь. А почему такой тут крестик? Вообще не понимаю. Вопросы. Ай, бля, вот я дурень. Вот я дурачок. 29. Пользуй лупу. Выход. 36. 19 забыл, да? Да, я как в игре копатель. Так, 36. Найди невидимый путь. Выход. Играть. Последний 87.
актер. Играть, играть. Это что за вопросы? Потом вопросы именно как загадки. 2, 3, 2, 1, 2. Два. Три. Два. Один. Два. Так, переключатель. Короче, давайте на этом остановимся, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья, всем пока.